Ольга Попова уже более 11 лет председатель совета нескольких домов. Сегодня ее награждают почетной грамотой за работу. Женщина признается, получать такое признание приятно, но для нее главная награда – это благодарные жители. Приятно – это когда вечером ты открываешь, в общем-то, Вайбер, WhatsApp, и тебе, в общем-то, люди пишут благодарность о твоей проделанной работе. Вот это самое, наверное, приятное. В ДК «Победа» наградили лучших председателей ОСМ, ТСЖ и ЖСК промышленного района. Почетные грамоты и благодарственные письма от главы города и главы района получили те общественники, которые всегда готовы помочь своим соседям. Управляющий микрорайон – это те люди, которые работают, как говорится, на земле, так сказать, в полях. Они в непосредственном контакте с жителями каждый день находятся. Им всегда можно позвонить по любому вопросу, проконсультироваться, они всегда помогут. В качестве подарка для лучших представителей местного самоуправления промышленного района была подготовлена концертная программа. Андрей Горгуленко, Сергей Баскин. События.